Так, ну что, в день, когда я снимаю в Питере плюс 33 градуса, поэтому я решил выпить чего-то освежающего. Это овощной гоза от пивоварни Кован, написано с слегка солеными огурцами. Давайте пробовать. Из интересного состава пюре огурца, оливки, чеснок, укроп, соль, кориандр, пивные дрожжи. Пью вроде как освежающее, хотя алкоголя немало, 6,5. Выглядит это как пробландаренные огурцы с водой, ароматика. А пахнет прикольно малосольными огурчиками. Пробуем. Короче, это прикольно, если от этого не ожидать чего-то легкого и освежающего, потому что вот эти вот плавающие частицы придают излишней плотности в текстуре. Если бы это они нормально бы фильтранули, это было бы жидкое и 5 градусов алкоголя, это было бы очень круто на лето. А так это очень сложно назвать чем-то легким и освежающим. Прикольно, огуречно. Но кто-то скажет: о, блин, я могу и дома огурцы в блендере переблендерить. Ну возьми и переблендери. А так прикольненько, оценку 7 поставлю. Интересно и вкусно.